Можно быстрее. В трон надо нет. идти. Там 2-4 тауэра, они просто красные. Потому что 25 секунд до трен протектора, 70 секунд у нас до андайнга, и нужно трон ломать. Смотрите, покажите нам тавера, они просто да, все уже. Буквально 2 тычки по одному. И по тычке еще скинутся каждому по еще одной Т4 вышке. Это минус Т4, голый трон стоит, и дальше дело за малым. 15 секунд. 15 секунд у него 10 уже до ГДС. Ходить хорошие форстафы, да. Скайрес Мэдж вообще не работает против форстафов. На, пика. Есть блокинбар и есть ультимейт. Можно ломать. Миша выходит на Пашу, пытается его подбить. Сам Миша немного теряет хп. И на половинке попытается подраться в фокусе Рамзесу. Рамзес очень много хп, прожимает БКБ, продолжает драться. Мидван его тоже подбивает. Много дэмэджа сносит. Но как же больно Мидвану. Он уходит назад, супернова была. И Паша прилетает дальше. Очень много хп по минусу. И кажется, у Мидвана здесь большие проблемы. Он уходит на базу, успевает это сделать под хексом. И Ниша страдает. Как же больно Ниша. Он манси тормлет, делает, что может. И выжить у него получается. Но погибает Гримстроу, погибает уже и соло. Минус 2 саппорта. Остальные пытались продолжать.